9 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» состоялся финал первого ежегодного детского конкурса красоты «Одинцовская принцесса-2019». Праздник получился грандиозным. Гости смогли увидеть потрясающие выступления юных артистов и детских танцевальных коллективов Московской области. И все же главными героинями стали очаровательные маленькие участницы. В финал конкурса вышли 16 юных красавиц в возрасте от 4 до 12 лет. Они блистали в народных костюмах, в моделях одежды из коллекции спонсоров и в вечерних нарядах. Презентационные видеоролики помогли увидеть не только все этапы подготовки к конкурсу, но и самих участниц разглядеть не только с парадной стороны. За девочек активно болели мамы и папы, бабушки и дедушки, братья, сестры. Все очень переживали. Поддержать Дашу Кирееву пришли и близкие, и друзья. Они рассказали нам, как проходила подготовка. У нас иногда спрашивали, как вот, подходит это платье или нет? Мы говорим, да, подходит, или где-то нет. Вот что-то добавить, а что-то нет. Рисовали плакаты. Все конкурсантки оказались самыми настоящими принцессами. И красавицы, и умницы. Проявляют себя и в творчестве, и в спорте, и в учебе. Каждая из девочек получила корону и титул в разных номинациях. Но самую главную корону и звание Одинцовской принцессы завоевала Эрика Капчеля. Жанна Набок, Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».